Так, ну вот вопрос вчера я писал, вот такая ситуация. Человек, и это вообще ситуация, она типовая на самом деле для многих. У нас сейчас девственность мало кто сохраняет, уже к концу можно найти там по пальцам одной руки. Ну так статистика, по крайней мере, то, что говорят. И вот представим, что эти люди, они крещенные все были, но они впадают, положим, в блуд. И причем не разовый это акт, а постоянно. Потом проходит какое-то время, эти люди, впадшие в блуд, у них покаяние происходит, уверование, ну какое-то в жизни потрясение, положим. Они уверовали, и при этом они до этого, до блуда, они причащались. Ну там была какая-то детская вера, предположим. И потом у них уверование происходит, они каются, плачут об этом деле, что они в блуд впали. Но епитимья им не дается. Вот вопрос. Вот этот человек, он, положим, каждую неделю там причащается, или раз в месяц, или сколько там, но это мы уж не знаем точно. У него такой грех за ним, будучи крещенным, впадший в блуд. Епитимью он не нес по канонам 7 лет. Каким образом поступать этому человеку? Ну, так как канон говорит, другой оговорки это нет. Он делал это все в стадии крещенного. Пока ребенка был, он причащался. А когда впал в грех, он не имел права в храме стоять. Четверть времени должен был на улице стоять. 4 ступени. Это плачущие, припадающие, слушающие, куб настоящие. 4 счастья, 10 лет. За аборт за один, 10 лет. Она сделала не аборт не один, а 10. И что есть сколько? В Америке там проще. В накладку. Ему иногда бывает лет 500 и 2 пожизненных срока. 2 пожизненных. Как? Ну, не как расположено, ему так и объявляют. Если амнистия будет по одному, то по-другому ее нету. Так и сидеть будешь. А у русских совсем неправильное судопроизводство. А одного человека убил или 100, разницы нет. Главное, два. Два и более написано. Два и более. А более это много. Ну, то есть для урочевания таких душ, которые в блуде пребывали, будучи крещенными, то есть канон рекомендует 7 лет отлучения от причастия. Понятно. И канон этот кто-то Есть. может послабить, если видит, что кающийся, он плоды являет. Да, может сильно плачет, то другое на 1/3, не больше. На 1/3. Если было 9 лет, остается 6. Вот этот, допустим, тут один был игумен, и он убил человека, будучи крещеный. Ему не то, что ты игуменом куда-то идти, священники-то. Он убил человека, 18 лет должен быть отлученный за одного. Так, а этот епитимью не давать может кто-то? Вообще отменить ее? Просчитал и стал исполнять. Раз он не дает священник, то больше никогда не причащайся. Ну не вы, кто там будет сказать ему. Пока не пройдет срок, не будет очищения. Ну, Другого нету. это же для урочевания души делается-то. Это не то, что Да. там. Павел говорит, страдающий плотью перестает грешить. Да. А сократить епитимью может священник, или это уже к епископу надо идти с этим вопросом? Епископу, если многие слезы и видно, что обильно жертвуют милостыню, тогда о нем ходатайство. А вот бывает так, во время, когда было гонение, кто-то не выдержал там, идолом принес жертву, то за него мог ходатайствовать только исповедник. Я имел бы это право. Я остался живой. Там руки, ноги болят, крутили, но я исповедник бесспорный. Вот, отпустите, я его не могу не наказать, а походатайствовать, сказать, вы там и не были, знаешь, как тяжело, как трудно было устоять, то есть ходатаем быть за него. А канон на нем так и висит, но так как я ходатайствую, то он может быть сокращен. Надо не вымаливать, не упрашивать, а служить для Бога, как есть. Да, понятно. Но, то есть,
Канон, он в любом случае на тебе висит, даже если тебя его и не применили на тебе. Ты нарушил, он уже автоматически на тебе работает. Да, и при том, не тогда, когда ты согрешил, а когда ты это принял. А ты эти шиковал эти дни, ты не знал. Определенный день, в который ты начинаешь этот срок отбывать. Да, понятно. То есть, но сейчас мало кто в церкви применяет, но есть такое ощущение, такой канон. И получается, что раньше ходатайствовали. Почему? Потому что он был применяем везде. И нужно было, чтобы кто-то попросил епископа, что смотри, там сестра, брат, там кто-то согрешил и кается. А сейчас, если этого нету, какое ходатайство? Просто сразу к епископу прийти с таким вопросом, он скажет, ты что пришел, а тебе никто не просил? Как это будет выглядеть-то? Переделай свое дело, не думай, как что будет говорить. Нам не, Господь не советовал, чтобы мы слушали, кто говорят. Ты говори, за это ты отвечаешь. А что о тебе говорят, за это награда. Понятно. Ну, спаси Христос. Еще вот к вам звонил брат Сергей парализованный с Капрановым. Вы беседовали, этот музыкант, который там музыку всякую. Вы ему посоветовали применить на себе канон и уединиться там, плакать, каяться. Он исполнил это, вы не знаете, чем там закончилось? Нет, 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 нет. Он опять вернулся на старую блевотину. А священник уже с ним там и причащает, и уже, видимо, священники тянули его. Священники вообще никакие. А он вернулся, опять беснуется, скачет там. А эти вот, которые музыканты, они работать не могут. Я работать не люблю, то есть они бездельники. Ему надо, чтобы потренькал он, написал, или, и, пожалуйста, тебе уже ничего нету. Ну, то есть он к своему духовнику не пошел с тем, что ему было сказано, и не посоветовался, да, скорее всего? Или пошел... Да. Понятно. Пошел вот, ну... таким путем. Да.